В 10-м туре 6-й Кубка Харькова в четвертьфинале встречаются команды 4-й лиги. Команда класс 7, форма желтая, команда альтернатива, форма синяя. В круговом этапе чемпионата команда класс заняла 3-е место с результатом 18 очков. Команда альтернатива заняла 6-е место с результатом 10 очков. Центр Руслан, команда класс 7, счет 1-0. Руслан, команда классе. Все, понял. Ты пишешь, чем он визит, если ты не пошел, не кажешь, как ты не хочешь.